Всем привет-привет! Вы на канале Диагосини Распаковка. Сегодня у нас появилась новая коллекция от Диагосини. Это Львы и Ко Макси Эдишн. Вот такая вот, такой вот у нее упаковочка. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, нажать на колокольчик. И просмотрите, пожалуйста, видео наше до конца. Оно не такое уж и длинное. Давайте откроем. Здесь у нас какие-то львы разные будут. Открываем. Вот такой вот. Какая-то кошка. Какой-то, наверное, или кто там, или снежный барс, или кто там еще может быть такого цвета. Давайте посмотрим. Да, это, смотрите, это снежный барс. Вот ее постер. Снежный барс обитает в горных районах Средней Азии и, как следует из названия, приспособлен жить в холоде. Приземистое тело длиной 1 метр 40 сантиметров и весом 75 килограмм и густой мех защищают его от сильного холода, а широкие лапы облегчают ходьбу по льду и снегу. Его метод охоты очень прост. Тщательно маскируясь, он устраивает засаду, добычи сверху, подходит украдкой и сбивает ее с ног прыжком. Если жертве удается сбежать, он преследует ее по крутым склонам гор. Поймав жертву, он убивает ее укусом в шею и яростно съедает. Ну, какой он. Такая вот. Смотрите, здесь вот коллекция. Полная коллекция. Здесь вот разные львы, носороги, слоны, гепарды есть. Бенгальские тигры или какие там пантеры. Кто еще здесь? Вот горилла. Вот здесь, смотрите, горилла растягивается. А вот два льва и носорог, они меняют цвет на солнце. Еще просто носорог обычный есть. Вот его такой постер. Смотрите, игрушка. Здесь она, внутри у нее шарики, здесь у нее плотная резина. Вот такой вот он. Вот такого вот он размера. Ну, достаточно прикольно сделана кошечка. Будем открывать эту коллекцию. Будем вам показывать наше новое видео. А теперь, если вам понравилось наше видео, не забудьте еще раз, например, поставьте лайк, подписаться на канал, нажать на колокольчик. И всем пока! До новых встреч!